Друзья, всем привет! Горячая новость сегодняшнего дня. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку. Князев возглавлял Национальную полицию последние 2,5 года, был назначен в начале 17-го после ухода Хати Деканаидзе. Вчера в СМИ вспыхнул скандал, что бывшая жена Князева была задержана на польской границе сумкой 600 тысячами евро, а сегодня Сергей Князев вышел на брифинг и сообщил, что уходит в отставку. Решение подать в отставку. І я тільки що повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо увільнення мене з посади. Честь маю. До побачення. А питання? Чому ви вирішили, що я буду відставкою? Я все сказав. Я неоднократно критиковал Князева и добивался его отставки. Перед своим заявлением, что он уходит, Князев 20 минут давал брифинг, рассказывал о том, как он реформировал национальную полицию, патрульную полицию. На самом деле это все неправда. Полиция так и осталась неотреформированной, осталась тем самым репрессивным, коррумпированным органом, как и старая милиция. 3 дня тому назад полиция Князева и Авакова проявила себя при разгоне акции протеста в Сосновке Львовской области. Я уже публиковал это видео на своем 2-м канале. Местные областные советы на Западной Украине приняли решение, местная власть приняла решение, чтобы прекратить поставку в регион российского угля. Местные депутаты заявили, что недопустимо торговать с Россией, которая осуществила военную агрессию против Украины, и жители Западной Украины не хотят покупать российский уголь. Однако из-за того, что уголь из России продолжают упорно возить, местные жители-ветераны заблокировали железную дорогу. Давайте послушаем, какие слова сказал Князев на брифинге сегодня. Мы разом с митингарями, мы разом с громадянами и помогаем им висловлені их думки. А теперь как в реальности действует полиция Авакова и Князева? Держим! Обережно! Ну что, блин? Львовский облсовет осудил действия полиции. Львівська обласна рада сьогодні, 24 вересня, під час позачергової сесії ухвалила звернення до президента України, Кабінету міністрів, міністра внутрішніх справ щодо ситуації з торгівлею російським вугіллям. Депутати засудили дії працівників правоохоронних органів, звертаються до міністра Авакова, голови національної Князєва з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника управління поліції Львівської області, начальника кримінальної поліції Василя Віконського. Я думаю, ні у кого не визовет удивлення, що цією операцією руководив бивший сотрудник «Беркута». Знайомтеся, Василь Віконський, керівник Львівської обласної поліції, призначено 3 тижні тому. Переведений з Хмельниччини, колишній беркутовець, звільнений після переатестації, відновився через суд. Перейшов в Беркут у 2003 році, у 2013 році став заступником командира роти. У червні 16-го через невідповідність займаній посаді не пройшов переатестації, був звільнений з лав поліції. Восени 16-го відновлюється через суд. Заступник начальника Нацполіції в Івано-Франківській області. З осені 2018-го голова Нацполіції Хмельниччини. Вересень 2019-го голова Національної поліції Львівщини.
Некоторые могут заявить, что эта ситуация в Сосновке – это провокация Петра Порошенко против Зеленского. Однако это не так. Дело в том, что вот эти блокады российского угля из Донбасса, они продолжаются уже много лет. И напомню, что в 2017 году, когда была организована торговая блокада этого угля, то именно Арсен Аваков, именно Петр Порошенко, именно Сергей Князев давали команду разгонять блокадников. То есть они их преследовали и уже разгоняли. Да, потому не может быть это провокация Порошенко, потому что сам Порошенко этих же самых блокадников разгонял в 2017 году. Именно Князев с Аваковым поручили всем известному Юрию Голубану разгонять блокадников. Именно Князев с Аваковым награждали Юрия Голубана орденом за разгон блокады. А потом выяснилось, что в 2014 году Юрий Голубан служил в отряде «Восток» ДНР под руководством Ходоковского и воевал против украинских добровольцев, которых спустя 3 года разгонял уже будучи командиром национальной полиции. Дайте право. Да. Помогите город закрыть, да? В 2018 году Сергей Князев приехал в США, где выступал на ежегодной международной полицейской конференции, где рассказывал о том, как он успешно реформировал украинскую полицию. Князев даже получил грамоту от Государственного департамента США. Я тогда написал большую статью на английском языке, что Князев это коррупционер, который обслуживает олигархов. Награждал боевика ДНР Юрия Голубана. Статью можете почитать по ссылке, я оставлю в описании. Я тогда отправил несколько писем. Первое это в эту американскую полицейскую ассоциацию, а также в Государственный департамент США и ФБР, где сообщил, что в США прибыл коррумпированный чиновник Сергей Князев, который награждал этого Юрия Голубана, занимается преследованием активистов, вот, потому кого, собственно, пригласили запретить Князеву посещать США. В своем заявлении ФБР и Госдепартамент я указал, что Аваков и Князев провалили реформу МВД. К сожалению, украинские коррупционеры отлично пользуются доверчивостью американцев, которые привыкли верить на слово и не проверять информацию. В США Сергей Князев рассказал об успехах в кавычках в борьбе с преступностью, так как в реальной жизни количество преступлений значительно выросло и упала эффективность работы полиции. Украину захлестнул бандитизм, воровство, разбой, убийства, аферы. И это происходит не в зоне боевых действий, это происходит в Киеве и в других городах, где нет войны. Сергею Князеву стоило бы рассказать в США, как за последнее время в Украине произошло более 55 жестоких нападений на журналистов и общественных активистов, которые борются с коррупцией правительства. Характерно, что ни в одном из случаев полиция не смогла найти заказчика. Более того, общественность обоснованно подозревает саму полицию в организации этих нападений. В Украине обычное дело, когда сами полицейские создают преступные группировки. Сотрудничество правительства США с коррумпированными чиновниками МВД лишь провоцирует дальнейший беспредел со стороны чиновников. Получая поддержку США, украинские коррупционеры получают уверенность, что раз их поддерживает США, значит они все делают правильно. Такая ситуация приводит лишь к усугублению противостояния украинского общества с коррумпированным правительством. Правительство США должно четко обозначить, что если чиновник обоснованно подозревается в нарушении закона, коррупции и недостойном поведении, ему должна быть закрыта дорога в США. Чиновники Украины должны понимать, что если нарушают права граждан, они не могут посещать США. В противном случае это лишь воодушевляет чиновников совершать все новые преступления. «Я могу нарушать закон, и при этом меня примут в США как дорогого гостя», в кавычках. Так быть не должно. Не секрет, что правительство США выступает спонсором проведения реформы полиции в Украине. Однако в реальной жизни никакой реформы не произошло. Правительство Украины умело фальсифицирует красивые данные, чтобы отчитаться перед США и выпросить новое финансирование. Правительству США следует самостоятельно провести аудит, исследовать реальное общественное мнение, изучить факты нарушения закона украинскими полицейскими и бездействия руководства полиции. Сейчас же картина выглядит так. Правительство Украины показывает успешную реформу, а в реальной жизни общество испытывает презрение к полицейским за бездействие, коррупцию и фальсификацию административных и уголовных дел. В реальной жизни доверие к украинской полиции стремится к нулю. В Украине органы прокуратуры, суды и полиция находятся в сговоре. Простой гражданин Украины не имеет никакой реальной возможности доказать преступление полицейского в прокуратуре в суде. Массово распространена круговая порука. Вот такое вот заявление я отправил в Госдепартамент США, ФБР, полицейскую ассоциацию в конце 2018 и начале 2019 года при правлении Петра Порошенко. То есть я называю вещи своими именами. Находясь в США здесь, я не боюсь говорить об этом. Я прямо говорю, что смотрите, американцы, вы даете деньги коррупционерам. И вот, собственно, сейчас это подтверждается. И вот касательно этого скандала с задержанием жены Князева, которая пересекала польскую границу сумкой 600 тысяч евро, что было указано в средствах массовой информации. Польские власти подтвердили, что открыли уголовное дело.
Чотири людини затримані за підозру вчинення злочину відмивання грошей. Розслідування цієї справи ініційованої районною прокуратурою міста Замость. Як повідомляється, затримання відбулось в суботу на прикордонному переході в Гребенному. Прикордонники затримали трьох громадян України і громадянина Хорватії. Вони намагалися перевезти автомобілі з України до Польщі без попереднього декларування кошту у сумі 500 тисяч євро. То, що Князєв ушел з поста глави національної поліції, це безусловно хорошо, це правильно, і я це повністю підтримую. Ну не стоїть радуватися раніше времени. Говорять, що Князєв был, в принципе, знаете, так близок к Петру Порошенко. То есть испытывал к нему симпатию, а Порошенко испытывал симпатию к Князеву. Потому совершенно не исключено, что Аваков сейчас пытается избавиться от всех людей, которые ему на 100% не лояльны. И сейчас вместо Князева поставят какого-то полностью на 100% ручного руководителя национальной полиции. И для граждан Украины сохранится вся та же ситуация, что и раньше. Потому нужно убирать главное зло. Это Арсена Авакова. Потому что Арсен Аваков является первоисточником всего зла в МВД и национальной полиции. Потому убрали Князева, отлично, но давайте добивать дальше Авакова. Теперь, потому что может случиться так, что Аваков назначит какого-то нового коррупционера, и ситуация вся продолжится, как и была раньше. Потому следим за тем, кого назначит Аваков, это будет очень интересно. Но, к сожалению, почему-то президент Владимир Зеленский отмалчивается по этим эпизодам, и нам, гражданскому обществу, приходится эту ситуацию проталкивать, хотя этим должна заниматься новая избранная народная власть. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, что рано или поздно мы победим эту коррумпированную гидру.